Всем привет! С вами интернет-магазин элитного садового инструмента из Европы Kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про дамскую лопату фирмы Snibro. Это один из самых продаваемых продуктов в нашем магазине. И эта лопата очень понравилась женщинам-садоводам в России. В России вообще как-то фирмы, производящие садовые инструменты, вообще любой инструмент, как-то обошли стороной женщин. И любой инструмент, лопаты, грабли, он был, как бы говорится, унисекс. То есть он не был предназначен только для женщин. То есть это был просто инструмент. А инструмент был ужасный. Он был тяжелый, с огромными какими-то рукоятками, когда можно было поставить легко себе занозы, да, об этот огромные черенки из березы, да, с торчащими такими этими заусенцами. Сами лопаты огромные, тяжелые, неповоротливые. Но фирма Snibro помнит о наших любимых женщинах, у которых миниатюрные руки, у которых рост меньше, чем у мужчин, вес, рост и так далее. Для них она специально выпустила Lady Line, именно линию для женщин-садоводов, которые отличаются более легким весом. Здесь специальные рукоятки, которые предназначены для женских рук. То есть рукоятка выполнена вот в виде в таком как бы вот как форме гитары. То есть здесь идет утончение. Сама рукоятка Т-образная сделана чуть меньше, чем стандартная. Вот если их сравнивать, то стандартная рукоятка, вот рукоятка для женщин. Вот. То есть вот стандартная лопата, вот эта лопата вот именно для женщин. Здесь идет такое утончение. Так? Ну и сама лопата, лопасть лопаты, она меньше, чем стандартная лопата. Вот эта лопата стандартная, вот эта лопата дамская. Дамская лопата, длина 23 сантиметра, ширина 15 сантиметров. И эта дамская лопата легче стандартной лопаты на целых 300 грамм. На целых 300 грамм. Выполнена она из нержавеющей стали толщиной 3 миллиметра. Здесь специальная тулейка, которая приклепана специальными латунными заклепками уже к самому черенку. Черенок выполнен из длинноволоконного ясеня. Здесь специальная платформа для ноги. Такую платформу для ноги делает фирма Snibro, больше ни одна фирма не делает. Это специальная технология точечной сварки, то есть это сделано намертво, и эта платформа для ноги сбережет вашу обувь при работе, когда вы работаете лопатой и надавливаете вашей обувью, да, ногой в обуви на лопату, то есть обувь, подошва не будет портиться. Лопата из-за того, что она имеет такие компактные размеры, с ней очень удобно работать женщинам именно и делать такие стандартные работы в саду, садовые всякие работы, там посадка растений, перекопка почвы, то есть такие вот стандартные работы, то есть она многозадачная, это лопата. По цене, да, эта лопата не дешевая, но вы покупаете эту лопату всего лишь один раз и забывайте про все остальные фирмы инструментов, которые наполнены современные магазины масс-маркета. Мало того, у этой лопаты прекрасный дизайн, он просто великолепен. Дизайн этой лопаты, он просто великолепен. Когда вы будете брать ее в руки, когда вы будете приезжать на свой дачный участок, и брать в руки эту лопату, вы просто будете испытывать удовольствие, эстетическое удовольствие. Не только эстетическое, но и тактильное удовольствие, потому что черенок этой лопаты, он отполирован и пропитан специальным маслом. Вот он имеет еще такой вот цвет. Если стандартный ясень, он выглядит так, он белый черенок сам по себе, то здесь он такой вот желтовато-коричневого цвета. Он, специальная пропитка, именно вот линии Lady Line. Плюс, когда вы работаете этим инструментом, вы получаете удовольствие.
этот инструмент, он входит в любую почву как по маслу, потому что он идеально отточен. Лопата это кованая, и она сделана так, что она идет постепенно на нет. То есть она вот здесь имеет уже, если здесь 3 мм, то здесь идет постепенно на нет, она утончается в конце. То есть это идеальная форма лопаты, заточки, которая, во-первых, сама самозатачивающаяся. И в процессе работы этот инструмент делается только лучше. Вот сейчас видны такие штрихи красивые от машины, да, которая ее полировала. Вот это все превращается в такое зеркало. То есть отполировывается, потому что земля, она как наждак, она отполировывает металл, и лопата превращается в такое зеркало блестящее. То есть от времени этот инструмент делается только лучше и красивее. Так, покупайте эту замечательную лопату в нашем интернет-магазине садового элитного инструмента kado.ru. Покупайте лучшее, а про остальное все забудьте.